Почти все уже ушли. Не знаю, к какому отряду я примкну. Я хотела пойти искать того контрабандиста и девчонку. Нам сказали, даже если мы вернем ее или чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Единственный, кто мог разработать вакцину, погиб. Чудом найдем кого-то еще с иммунитетом, это ничего не изменит. Элли! Нашел. О чем ты думала? Вот так взять и уехать посреди ночи. Надо предупреждать, а не оставлять какую-то записку. Скажи мне, что ты сделал? Соврешь мне еще один раз, я уйду. Больше ты меня не увидишь. Но если скажешь правду, какой бы она ни была, я вернусь в Джексон. Скажи мне, Джоэл, этот проект с вакциной. Убил бы тебя. Я остановил их. Я вернусь, но это конец.
Она не спала. Тошнила, еле-еле держалась. Разбудил бы меня. Она беременна? Да. Я понимаю, почему вы пришли сюда. Но придется вернуться. Ей нужен уход, а здесь она его не получит. Да, я знаю. Я знаю. Но я не могу бросить Томми. Он здесь из-за меня. Может, ты ее отведешь? Она без тебя не уйдет. Да. К черту. Пойдем за Томми. А этот океанариум, что ты сказала? Томми ведь еще не нашел Эбби. Мы там будем раньше него. И ты готов оставить Дину одну? Придется. Ладно. Пойдем, скажем ей, что уходим. Я подожду на улице. Да. Привет. Запри дверь, ладно? Хорошо. Сделаем это. На карте океанариум на берегу. Наверное, нам вот сюда. Да. Джесси, помоги. Идем. Хочу тебя спросить. Почему она мне не сказала, что беременна? Слушай, она обязательно скажет, Шш. Когда... Должно быть сегодня. Вызвали все подразделения. Да кто тебе сказал? Скажи, командир, идет. Нам надо защитить сектор, дождаться остальных. И потом мы атакуем шрамов. Ведь в прошлый раз... Мы не достаем свои ошибки. Мы все на нервах. Они контролируют все побережье. Мы и высадиться не успеем, нас перестреляют. Эй, потерпи. Ты говоришь, как они. Что за... Роб! На нас напали! Оттуда! Чисто. Нарушители! Вали! Эти псы. Им лишь бы пострелять. Они воюют с какими-то сектантами. Как они их там называют? Серафины, что ли?
убивать тебя! Я ничего не слышу. Это все? Ага. Вроде бы. Теперь все. Судя по всему, это тупик. Да. Кажется, ты прав. Джексон круче всех. Нахер этих уродов. Лучше и не скажешь. Ого. Паскудное место. Кровь свежая. Вернемся на улицу. Да. Торопи события. Успеешь еще. Что такое? Ну-ка, чем там пахнет? Друг обещал получить меня сальси. Твоя собака. Я бы с удовольствием нашла? Потанцевал. А ты чем? Ладно. Давай за выживание.
Наверное, Эбби выбрала океан, потому что до него хрен доберешься. Возможно. Боже. А тут-то нам как перебраться? Можем вон по той дороге. Только она очень далеко. Или вот так. Да. Так лучше. Пошли. За мной. Вот же сука. Можем пробраться к причалу здесь. Нет. Возьмем их лодку. Ты же их слышала, они говорили о Томми. Мы этого не знаем. А о ком же еще? Если так, его там уже не будет к нашему приходу. Он направится в сторону Эбби, так что, если мы... А что, если он в беде? Он позаботится о себе. О, Господи. Если хотим помочь Томми, нам нужно найти Эбби. Сделаешь это, не буду тебя спасать. Надеюсь, что ты выживешь. Причалу. Принято, Гамма. Я сообщу в штаб. Ждите дальнейших указаний. Прием. Вас понял. Тупость какая. Почему нас не пошлют искать этих нарушителей? Согласен. Странно они действуют. Иди в жопу.
меня никого. Все только начинается. Да уж. Пошли. Надо поискать припасы. Хоть отвлечемся ненадолго. Центр. Ищем ее. Я ее забрал! Вашу мать! Выманить ее! Твою мать! Не дадим ей свалить! Блин!
Никак нет. Я ее нашел! Здесь! Огонь на подавление! Порядок. Так, лодка. Твою мать!
бурном море. Путь домой к лютой... Все. Thank you.
Ну, Эбби, где ты?